дорогие друзья, сегодня я хочу предоставить вашему вниманию чисто мужское блюдо севиче. Это севиче является традиционным блюдом латиноамериканской кухни. Его придумали перуанские моряки, которые выходили в море и, не имея возможности приготовить себе полноценный обед или ужин, просто брали морепродукты, которые они вылавливали, и поливали его соком лайма, лимона или, или мандарина, апельсина. Так что вот и употребляли это, морепродукты в пищу. Ну а потом уже со временем к рыбе и там морепродуктам добавились овощи. И вот я сейчас хочу приготовить один блюдо севиче, то есть я хочу здесь добавлю я редиску, помидор, огурец и листья салата. Рыбу я замариновала, то есть его залила соком лимона. Я оставила на некоторое время. Перуанские моряки употребляли рыбу в сыром виде, но так как у нас рыба замороженная и неизвестно, когда она пришла к нам на Урал, поэтому употреблять его в сыром виде, ну, в общем-то, я бы никому не советовала бы. Поэтому я буду ее обжаривать. Вот, друзья, пока у меня жарится рыбка, я сейчас нарежу очень тоненько нарежу овощи. Сюда можно добавить любые овощи, какие у вас есть в доме. Ну и плюс красный лук. Можно красный перец, желтый перец, всевозможные. Но у меня перца нет, но я буду готовить то, что у меня есть. И плюс салатом. Так, рыба у меня мариновалась уже давно. Маринуется очень рано, я с нее встала. Ее замариновала, поставила в холодильник. Поэтому мне здесь предстоит просто очень легко обжарить. А пока у меня жарится рыбка, я нарезаю овощи. Вот, друзья, я нарезала сейчас огурцы. У меня такой вот нож есть. И я резала фигуриста. Огурчики. Огурцы режутся произвольно. Я видела салат, где прямо прозрачно нарезана редиска. Ну, я попытаюсь это сделать. Не знаю, получится или не получится. Ну, и редиска нарезается и нажарится произвольно помидоры. Вот, друзья, я нарезала помидоры, огурцы, редиску нарезала, посолила. Сейчас поливаю подсолнечным маслом и сверху полью лимоном. И мой салат мужской, чисто мужской, латиноамериканской кухни, да еще перуанских моряков, готов. Этот салат я посвящаю на 23 февраля всем нашим любимым мужчинам. Кушайте, наслаждайтесь, любимые, готовьте для своих мужчин. Я надеюсь, что они, им понравится, потому что здесь рыба присутствует. Я специально называла название рыбы, которую я готовила, потому что рыба используется любая. Любые морепродукты, креветки, кальмары, там это мидии, все что угодно. Одно только условие, что это все поливается лимоном. На этом все. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. А мой красивейший салат уже готов. Мы пошли его пробовать. До новых встреч!